будет игра против пираний. Да. Пираний, а как ваша команда называется? Наши Братеев. Это первый раз, когда вы против них играете? Нет, мы третий раз. 8 команд из Москвы и разных поселений Ленинского района собрались на спортивном поле возле школы совхоза имени Ленина, чтобы применить свои навыки и завоевать приз – Кубок памяти Героя социалистического труда Василия Мамрова. Большинство из этих детей никогда в жизни его еще не видели и не знают, кто это такой. Но благодаря тому, что проходит турнир памяти, они слышат и знают это имя, и, соответственно, они готовы узнать о нем больше, а значит, соответственно, и быть чем-то на него похожим. Совхоз Ленина, хочу сказать, наверное, сейчас лучший в Ленинском районе по организации, по проведению турниров, по волейболу, по футболу, любые соревнования. Отличные условия, отличная атмосфера. Администрация заинтересована в проведении спортивных соревнований. В воздухе царит всеобщее волнение. Волнуются как тренеры команд, так и пришедшие поддержать своих детей родители. Но больше всего эмоций испытывают сами участники. Сегодня для меня очень важный день, потому что сегодня мы хотим выиграть. И надеюсь, мы выиграем. Давай, Егор! Детский футбол, он настолько искренний, настолько... Он не может быть агрессивным, он может быть очень много желаний у детей добиться победы. То есть дети проигрывают, расстраиваются от большого желания, но не агрессивно, но интересно. Евгений считает, что среди участников есть по-настоящему хорошие футболисты, которые в будущем могут стать надеждой не только района и области, но при лучшем раскладе и всей России. Главное – это стремление. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.